Ну что, ребята, вы можете заходить в комнаты, зарабатывать эти, как их, зюбры, или это, а потом идти тратить их на лошадях. Да, зови тетю. Тебе нужно тетю позвать? Вон тетю. Скажи, можно мне сюда? Аня, Тёма, идите сюда. Идите, тетя вам расскажет. Смотрите, заработаете зюбры, пойдете на лошадях покатаетесь. На лошадях? Да, но нужно сначала, как в жизни, сначала работаем, потом отдыхаем. Да. Подождите, пожалуйста. Подождите. Халаты, все как положено. Зарабатывайте зюбры, чтобы идти дальше, где-то использовать их. А что вы, бегаете, только развлекаетесь, а потом нигде не используете? Подождите, я вам сейчас дам задание. А Саша бегал. Вот здесь вот вставайте. Так, я вам сейчас все расскажу и покажу. А сейчас зубы как делать? Я помню, мы вот сейчас это ели сначала, когда-то. Будет когда-то ели. Он так, что-то хочет это. Ребята, слушайте меня. Вот эти вот органы вы знаете? Да. Легкие. А зачем нам легкие? Чтобы мы дышали. А чем мы дышим? И сюда нельзя, чтобы попадало. И нельзя, чтобы сюда попадала вода. Кислород. Кислород, правильно. А вот это вот сердце. А сердце-то нам зачем? Вот на это, чтобы, не трогай. Чтобы мы могли жить. Да. Он качает. Он качает кровь по всему телу. Это у нас желудок. Желудок такой маленький. Здесь все еда. Вот да, это. Сюда поступает наша пища. Потом она идет через кишечник. Вот здесь должна быть трубочка, через которую приходит сюда. Конечно, вот она у нас. Так. Ну, а вот эти-то вот органы, вы знаете? Нет. Это наши трубочки. Мне кажется, все точно. Так, а вы сможете назвать органы, которые у нас в организме по два? По два легкие. Легкие еще. Что еще у нас? Почки. Почки. Это еще глаза. А глазные яблоки. Яблоки? Где? Еще это. Да, уши. А мы голову будем проявлять? Смотреть. Еще. Голову будем смотреть? Мозг. Нет. Так, давайте теперь мы поработаем с стоматологами. По сторонам. Ну как правильно? Ты мне покажи чистить. Топать, Паша. А по продолжительности сколько надо по времени чистить зубы? По чищу, не знаю. Не знаешь, не засекал, да? Нет, я чищу разно. По-разному? Каждый день по-разному? Не считаю, грязные зубы. Так они чистят вообще зубы? А если не чистить зубы, то что может быть? То зубы будут чернеть, и они выпадут. Будет кариес, да. Так, а кто мне скажет, язык надо чистить? Да. Язык, да. На языке здесь тоже скапливаются бактерии. А у меня есть. Но язык не может выпадать. Язык не может выпадать? Нет. А как, почему он не может? А, ну так не может. Не может? Ну что, у тебя не будет голоса и не будет вкуса. Конечно, конечно. Ну вот, вы про зубы очень все хорошо знаете. А да? Я нет. Опыта нет. Я вот теперь про скелеты, да? Ну ты же ведь будешь учить. Конечно же, мы про них так много знаем, потому что мы смотрим Гоша. Помните? Такой мультик, там, где рассказывают про зубы, про органы. Анатомия для детей. Ну-ка расскажите ко мне, какие вы знаете кости? Ребра. Ребра есть. Ага. Позвоночник. Позвоночник. Кисть. Спасибо. Все снимаете? Да. Это на 3 часа. До 15. Надя, 6. Это ваша первая зарплата? Да. Да, супер. Спасибо. Что-то, возможно, нам не пригодится. У меня зацеплено. Мама, посмотри. Спасибо.
это за 3 часа. Да. Меню отдельно. Да. Вот, у тебя тоже необходимость. У тебя что, рюкзаки? У тебя он тяжелый какой-то. В каждом казани. Где вот это тоже? Давай. Играть, танцевать, второе, да. Ну ты, Анюта, у тебя рюкзак больше тебя. Что там у тебя, Паша? Сосиски разные, не посуда. Давайте все, кормим. Закладывайте обратно. А давай оставим здесь, это нам не пригодится. Ничего не надо. Ставим здесь, я думаю, вряд ли нам в походе пригодятся. Нет. Пригодятся? Да, если у нас есть еда закончится, да. Что мы кушаем? Походе. Сладости, мы ими не едимся? Да. Ну собирайте, собирайтесь. А это чай. Чай нам пригодится? Чай, да. А если чая уже нет, что мы будем делать? 9. То есть у нас не каменный. Какой у нас будет выход из ситуации? Да, нет, если мы будем. Есть маленький, но он едет с мамой, с папой себе маленький, он 2 года. А мы едим мясо. Мы едим мясо. Ага, ну давай положим, пусть равно лежит. То есть, если... Одевай, Паша, рюкзак. Одевай. Каравай вылечит, еще потом решение аниматора. С ними каравай проводит, помните, фотография. Все готовы? У нас есть с вами маршрутная карта, мы сейчас будем следовать только ей. Вот здесь. Только здесь? Да. Только здесь проверять, да? Да. Давай, все-все да, обратно ставлю. Спокойно. В походе очень важно следовать маршруту. И нельзя отступать от маршрута. Иначе мы можем что? Потерять. Заблудиться. Давайте, упаковывайся, меня в поход. Ну, у него, конечно... Курицу сейчас занесем в магазин, да? Курица, курица, а вот это тоже занесем. Нет, это не видите. Нам не пригодится. Нам вода нужна будет в походе? Да. Тогда пойдемте с собой. Сейчас у нас как, следующая какая станция будет, если мы вот здесь находимся, следы куда ведут? Сюда, к еде. Еде, а еда у нас где? Это там, где мука дают. В магазине, наверное, да? Да. Давайте, пойдемте в магазин со мной. Купим воду. А, давай, тебе помогу. Воду, да. Вот, давай, одевай себе плечики. У нас есть уже эти. Да? Да, ну, есть. Все, отлично, пойдемте. Ну, они у папы. Туда Паша. Да, мы уже сейчас определились. Ты будешь с ними сейчас играть? Да. А давай вы сначала начнете. Можете сначала начать? Давай сначала. А давай тогда отсюда. Тогда отсюда начнем. Они, что вы ищете, клад? Мам, я не хочу. Ты здесь не хочешь существовать? Нет, играть. А, так не играй. Скажи, я не хочу. Все, тогда давай рюкзачок мне. Или зубрики. Пойдем в другую. Что, где ты хочешь? Пойдем. Мы его поведем просто куда он хочет. А вы бегайте там. На, Таня. Таня! Говорили, что будет с фотографом Тёма. Ему просто не понравилось. Он распакался, потому что ему не понравилась эта игра. Он говорит, я в это не хочу. Так вот, ведут его. Наконец-то нашли мы, что ему интересно. Фотографом будет. Будешь фотографом сына. Одевай на ручку. Да, но я не знаю, как им пользоваться. А я тебе сейчас скажу. Вот, смотри, видишь, большая. Наша знаю, говорит. Ты вот сюда нажимаешь. Ну-ка, нажми. А, и фотографии. Конечно. Сейчас. Так, вот тебе задание. Пойдем, будем тобой искать. По всем кабинетам. А, и это не да. Для начала нам найти наш ребеночка сфотографировать. И мне именно такое. А, так да. Тебе это задание дают. Где у нас дети были? Ты видел? Тёме дают задание, он должен быть фотографом, фотографирует то, что ему задают. Он с восторгом, кстати, воспринял эту идею. Давай. Нам нужно отправиться в больницу. Взять первое необходимое, что нам нужно помочь в походе. Смотрите, здесь мы отработали. Она сейчас нам расскажет, для чего мы сюда пришли. Наш показ, что здесь идем в поход, да? А что нужно делать, если вы потерялись в лесу? Кто-нибудь знает? Звать на помощь или... Позвонить по телефону. А если телефона нет? Если нет связи? Я знаю. Отвечать. Можно ориентироваться, например, где сейф бил, где работа. А как ориентируется? По луку, по дереву, по дому. По звездам. Значит... По звездам. Нет, еще. Если ты днем же стрел. А, получается, мох у нас растет на... Север. Все правильно, молодцы. Но вообще, лучше выйти на открытую местность. Также, если есть голос, можно покричать.
Ну и вообще лучше по лесу не бегать, нам ждать. Четко следовать маршруту лучше. Да, чтобы далеко не убежать, не потеряться. Вот, и, ребята, правила безопасности, когда разжигаем костер. Что нужно делать? Надо обгорать костер. С родителем быть. Ну, чтобы ничего не загорелось, без родителей, короче, нельзя. То есть самостоятельно нельзя, да, разжигать костер? Да. Ну, если вот сказали важно, нужно отгородить, да, чтобы не загорелось? Да. Ну, все, у нас все. Все запомнили. А вы ходили по ходу вообще? Да. Нет? Ну, я еще. Раз... Смотрите, следующее у нас что стоит? Дорожный знак. Дорожный знак. Полиция, правильно, идем в полицию. Координаты. И сам. Давайте. Какое совпадение, здесь тоже Альбина. Ладно. Вы идете в поход, да? Да. Так, в поход ушли сколько раз? Группа из четырех человек. Группа из четырех человек. Так, как зовут? Паша. Паша, Паша, сколько у тебя годиков? Привет. Смотри, привет. Вот мы хотим, когда у нас. А папа здесь. А, ребеночка, сына. Вот детки маленькие. А куда я? Нет. Смотри, привет. Вот заходи, вот туда у нас. Вот здесь. А папа здесь. Прикольно. Только здесь другая шапочка одета. Ну давай без шапочки сфотографируем. Угу, нажми вот так. Давай фотографируй. Да, очень темно хотя. Что, фотографируй. Старайся, ты же фотограф. Красиво надо сфотографировать. Ну что? Еще раз нажми. О, вот так. Я три раза уже буду. Нажимай. Нажимай. Все. Все. Три раза. Все. Так, пойдем дальше. Смотри, это у нас заколки. Надо найти нам заколку. Вот это уже. Ну давай обезьянку. Ну давай, вот обезьянку следующую. Давай, где обезьянки у нас? Животные, где? Привет. Ладно, дальше. Как зовут? Аня. Аня, тебе сколько годиков? 8 лет, а не годик. Ничего, больше. Так, и? Надо 9. Федя. Федя. Федор, тебе сколько? 9. Важно, не годиков, а лет. И Даша. Даша. Ладно, вас пощадим. Спасибо. Давайте, следующий у нас пункт какой? Машина. Машина. Идем со мной на машину. Машина. Да, давайте снимаем рюкзаки. Так. Ой, это кончик. Все, давайте, катаемся. И пойдем в следующий пункт нашего путешествия. Правильно. Все, 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 давай езжай. Заправился уже. Заправился. Можно дальше. Сиденье маленькое, но... Уже заправились. Под сиденье. Под сиденье. Все. Фотографируй. Все. Ты, наверное, на какую-то другую кнопочку нажимаешь. Вот, а, все нет, сфотографировал. Ага, давай. Нет, зайчик, не там. Ну-ка пойдем вот здесь посмотрим.
Вот, давай, фотографируй его. Хорошо, смотри. Ищет заколки. Так, ага, давай, загадку тебе какую задали. Ну-ка вот, выйди сюда. Я вот так вот посмотри. Нашел, молодец. Ищем зубы. Да. Давай. Молодец. Шикарные рюкзаки. Ну? Папа, ты смотришь? Да. Да, похожий. Тот только что у нас желтый, синий. И серый. Давайте, сейчас нас фотографируют на память. Да, мы туристы, мы путешественники. Давайте так встаем. Все? Отлично. Фотографию нам нужно. Идем дальше. В следующий пункт мы возвращаемся в нашу базу. Будем устраивать ночлег. И учим. И расходимся. Здесь нужно уже снимать обувь, давайте складывать. Давайте. Я буду в палатке спать. Спать, а кушать ты где будешь? В палатке. В палатке? Да. А мы спать что ли? Мы же еще не покушали. Давайте открывайте свои рюкзачки. Достаем еду. Посуду вашу достаем. Достаем. Таня, знакомая есть? Посуда. Ребята, вы с собой посуду идете? Да. Так. Ой, сырок. А у тебя есть еда? А это костер? Да, где костер? О, яичко. Нет, мы разбежали, костер не будем зажечь. О, яичко. Яичко, да. Давай к нам. У тебя посуды-то сколько? На сколько нет, сколько у тебя посуды? Все. Какая посуда из дома? Налить, о, да? Да. Ну как, вам поход понравился? Да. Еще пойдем? Потом. Да. Не сейчас. Все, мы построим с вами новый маршрут, и в следующий раз мы пойдем уже по другому маршруту поход, да? Все, давайте, слушаем. Ты заработал? Тебе понравилось? Выбирай еще, где ты хочешь еще. Почтальоном будешь развозить почту? Хочешь? Давай. Это будешь развозить почту или мы будем собирать корреспонденцию во всех кабинетах? Ты будешь развозить или ты будешь собирать? Сказать что? А вон, послушай, тетя. Давай, вот такие вот посылки у нас есть в каждом кабинете. Их надо собрать, сюда привезти. Будем собирать? А, привозите. Конечно. Собирайте, привозите. Да. Так, давай тоже мы с тобой спецодежду оденем. Так. Сумочку. Давай через одну ручку. Тебе нравится? Пойдем. Конечно, пойдем искать посылки. Так, поворачивай. Где? Сюда поднимемся. Вот одно колесо не крутится. Давай начнем с автосалона. Пойдем. А можно ли там? Не, конечно, к нам будешь искать. Это маме вон, давайте, потом будете уже делать. Давайте, я буду еще профессию осваивать. Что хотите? А? Да. Я хочу вам вот туда, там, где эту комнату, там, за пробегать постель учить. Помнишь? Вытирать, чтобы вытирала, чтобы все. Давай. Я сейчас. Чу. Поехали дальше. Спасибо.
только я, честно, когда в сайте смотрела это, ну, что они делают, это не так интересно, кажется. Им тут дают увлекательные задания, они ищут, разгадывают, это настолько... Сейчас будний день, поэтому людей практически нету, но в выходной здесь все забито. То есть, а в будний, конечно, полегче, попроще, потому что они свободны делать все, что они как бы пожелают, и нету очереди и так далее. Дети разделились. Кто куда? Аня пошла учиться. Где Аня? Пошла куда? В игровой комнате. Туда Аня пошла. Пошла где-то учиться на своей. А Саша? Да, да. Играем до пяти. Тимофей почту разводит. Ну дальше там у нас же еще школа есть. Да. Да. Так, ну, в школе нету, да? Сашунь, Сашка, Саш, нравится тебе? Да, что ты, папа, понимаешь, да? Такой деловой там, нельзя его это самое оторвать. Что, парикмахером будешь? А ну давай посмотрим, где. О, давай. Вероничка наплела. Да? О, смотри-ка. Девочка одна сделала. Как. Ну, теперь твоя очередь что-нибудь вытворить. Ладно, выбирай себе любого манекена, который тебе нравится. Это... Заплетаешь прическу, показываешь мне. Сама делаешь. Так, да? Так. Если что, резиночки есть. Да. Так. А ты умеешь заплетать? Косичку да. Может сделать, нет? Можно меня заплетать. А, можно? А, смотрите, у вас клиент появился, вы знаете? Ну, я умею заплетать, если вы хотите, можно. Мы заплетаем иногда девочек маленьких. Прикольно. О, ну, это как раз маленькая девочка, да, вот под, да, подходит да. Под это, под параметры маленькой девочки. Что ты хочешь? На машинках покататься, нужно 5 суток до этого. Ну, иди к маме, мама там. Мама там. Дальше, дальше. В парикмахерскую заходи. Покажись. Ой, красота. Надо красота. Ну а вот, а вы говорили, я прически не делаю. Наконец-то добралась к парикмахеру. Причем профессионалу, который сейчас за считанные секунды, да, минуты удлинит мои волосы. Завязала, заплела 100 косичек. И я а-ля девушка. Ой, так. Ой, так, не видно меня. А ну, можешь снять меня сбоку? Да. А то я через зеркало не... Мама! Ай! Я тебе косу оторвала! Я заработал! Заработал, сына? Умничка! Смотри, какую красивую я сделала. Какой ободок. Можно. Заплатили. Стой, права. Права получать. Без прав не можешь кататься. 5 супликов заплатил, да? Да. Так, а медосмотр проходил? Что такое медосмотр? Нет, не проходил. Медосмотр нужно. Пошли, я тебя провожу. Денежки пока возьми, пойдем со мной. Ты думаешь, так все просто, сын? А я не знала. Так, давай тебе выпишем, сейчас оправлюсь. Ваня, а как зовут? Паша. А фамилия? Кравченко. Ага. Кравченко. Паша. Давай, твой рост измерим. Лишь. Ага. 118. 118. Давай сразу, пойдем и на карточку. Смотри, сколько там. Где? Здесь 21. Ага, там 21, да. Давай, присаживайся на стульчик. Держи вот эту штучку. Прикрывайся этим глазик.
я тебе сейчас буду показывать, ты мне... Не, закрой глаз. Ты вот так, так вот так. Закрой глазик, а этим смотри. Давай. А ты букву знаешь? Да. Хорошо. Какая буква? М. А это? Другой глаз. Закрывай другой глаз. Все, хорошо, отлично. Все? Все, держи свою правку, пошли в салон. У тебя были всегда. Потом в следующий раз, когда придешь к нам, ты пока можешь садиться кататься на машинку, я тебе буду выписывать. Только их сохрани, потом обязательно потом придешь, уже с ними медосмотр не нужно будет проходить. Да. Вам сначала посмотрим, он катается. Хочу. Катается, садись. А, тут там ничего. Паш, не надо щелкать. Все. Вот так вот сюда вот ставь. Пять зубриков. Да? Заработала. Заработала ты? За такую красивую прическу. Все, пойдем кататься. Да, я пойдем, хочу они пошли машину. Кататься. Идем. Давай, иди сюда, проходи ко мне. Тёмочка, на медкомиссию. Молодец, нужно пройти сначала. Медку пойдем, справочку получим. Что, тебе нужно кататься, нужно в жизни получать. Мы же права с папой получали и справочки получали. Чем как машину водить. Я это, мам, водила. Тебе нужно как бы сдать на права, провериться, здоров ли ты, чтобы можно было тебе управлять автомобилем. Так вот делаем, правый глазик закрываем. Давай, Аня. Как? Тёма? Как? Тёма? Теперь другой глазик. Слушай, идеальный медосмотр. Это? Как? Я сейчас буду шепотом говорить цифры, а вы должны все сказать. Слух проверяется. Слушать и сказать хорошо? Так, что ты сказала? 10. 10. Ай, по очереди. По очереди. 18. 32. 50. 49. Ребята, медкомиссию проверяют. Вы были здесь, кстати? Да. Насколько все реально, как в жизни. Слух, зрение, рост, вес. Все, я тут уже поснимала их немножко. Но поражает, насколько отображается вот эта вся реальность. Как в жизни. Развести почту, собрать, заполнить, там еще что-то. Где Анюта? Все, смотри, медкомиссию получили. Давай! Получили медкомиссию? Все, давайте. Водителя. А где Саша? Саша там играется. Его не вытащить, да? Не, я не подошел, отдавать, посмотрел. Саша. Раз подошел, второй раз посмотрел. Он с тетей там, я говорю, Саша, ты как? Он посмотрел на меня, отвернулся такой, типа, что ты, папа, хочешь? Что ты хочешь, я тут застрял. Все, да. Чудесно. Чудесно, потому что ему вот это все неинтересно. Тут, ну, он маленький еще. А это, когда здорово будет. Катается. Давай, смотри, вот можешь на этих? Покажи, да, эти, а эти, а давай посмотрим.